Слушай, это совсем не смешно. Я не хотела тебя веселить. Только разбудить. Уже полдень. Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней. Иди, а то Весемир замучает ее своими гравюрами. Ну, я пошел. Ага, пока. Ты весь сок выпила. Знаю. Можешь принести еще после тренировки. Только серебро. Золото мне не идет. Мог бы это запомнить. У тебя есть какая-нибудь одежда, кроме черной и белой? Белье. Старый ведьмак крепко спит, а Цири, разумеется, куда-то пропала. Разумеется, она предпочитает теорию и практику. Что? Подъем, мастер. Такие скучные уроки, что ты сам на них засыпаешь. Вот холера. Я только прикрыл глаза, пока она делала выписки из Гулей и Альбулей. Ты дал ей этот кирпич? Ничего странного, что она заскучала. У Иоанна из Бруга не самый легкий язык, зато пишет он обстоятельно. Это тебе не нынешние глупости. Что, опять на маятнике? А я сколько раз ей говорил, не тренируйся одна, только ошибки закрепишь. Отведи нашу барышню на нижний двор. Если хочет позаниматься, милости просим. Распустили мы ее. Мы? Я с самого начала говорил, что Цири нужна крепкая рука. Говорил, это верно. Но она тут же села тебе на шею, как и всем остальным. Ладно, и я не без греха. А значит, мне ее и к порядку призывать. Чудовищам нельзя относиться легкомысленно. Если Цири хочет стать одной из нас, ей придется это понять. Увидимся внизу.
Нет. Понятно, почему ты так сюда рвалась. Бей. Цири, ты не в цирке. Пируэт? Нет, ноги. Хватит, слезай. Сальто? Как иначе? Можешь снять повязку. Есть еще над чем поработать. Рефлексы слабоваты. Для ведьмака может быть. Думаешь, утопец или стрыга будут тебе поддаваться, потому что ты не прошла ведьмачьих мутаций? В любом случае, на твоем месте я бы боялся Весемира больше любой стрыги. Пренебрегать его заданиями неразумно. Ой, да ну! Эта книжка была страшно скучная. Я знаю. А ты знаешь, что это не повод. Ой, прости. Я все поняла. Больше не повторится. Извинений недостаточно. Ты должна прочитать Гули и Альгули целиком, с комментариями. Нет, пожалуйста! Я лучше буду чистить конюшни. Я уже все сказал. Пойдем позанимаемся внизу с остальными. Мы побежим через стены? Не сейчас. Не стоит заставлять Весемира ждать, поверь мне. Ты что-то хочешь сказать, госпожа моя? Я ужасненько виновата, дядюшка Весемир. Молодая кровь требует дела. Я понимаю. Но в бою знания важны не меньше меча. Ты должна хотя бы Гуля от Альгуля отличать. По отметинам, якоже у пантеры тигриной, в зерекании живущей и телом нездраво бледной. Значит, ты прочла раздел. Но ты все равно должна была спросить, а не... Но ты же спал, дядюшка Весемир. Не верти хвостом. Ведьмак должен уметь обмануть противника. Сам же говорил. Может быть. Но не испытывай мои советы на Весемире, хорошо? А то доиграешься. Ладно, хватит болтать. Геральт в паре со мной, Ламберт с Эскелем, Цири с куклой. Опять? Не привередничай, берись за меч. Ну что, повторим основы или сразу спарринг? Давай сразу к спаррингу. Обойдемся как-нибудь без повторения. Ха! Ух ты! Да ты просто зверь! Цири, давай слезай. Ах, вот же дьяволенок. Как вернется, посажу ее полировать все мечи Каэр Морхена. Ты нашла шлем? Цири! Будешь чистить все мечи до последнего. Что за...
Я долго ждал этого, Белый Волк. Нет! Что? Сними это, пока не поздно. Это, между прочим, герб. Те мерзкие лилии. Пускай висят. Звоните Мире, дед, а не Нильфгард. Да не в жизнь. Ничего. А, как и все. Нет, не как все. Это пахнет сиренью и крыжовником. Одевается в черное и белое. Два шнапса. Это улучшит тебе настроение.